Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Ингуразова, я документальный фотограф из России. Я поражена качеством работ и той атмосферой, которую я встретила здесь, на фестивале в Бурсе. Я считаю, что это очень важное мероприятие, потому что сегодня, как никогда, мы должны делать все для того, чтобы культура объединяла людей. И это то, что я увидела здесь на фестивале. Я желаю фестивалю всего доброго, я очень рада быть здесь сегодня.